Так, все, везде сейчас переименовываю, все, ребят. Прямой эфир попер. Ждите меня. Короче, на пеки не переименовать ни хрена, как обычно. Да, переименовал. Все, ребят, приезжает Влад, сейчас я руки помою, я просто с улицы. Вот. Так, все, ребят, я здесь. Так, привет, Делюкс. Короче, извини, что не ответил. В общем, задержка 12 секунд. Ключ не пришел. На свою почту зайти не можешь. А как ты не можешь на свою почту зайти? Восстанови. Восстанови пароль. Восстанови пароль. Либо. Фу. Завязывай, Чарлик. Не пугай меня, хорош. Так. Королева успешно создана. Войска Роя атакованы. Так, короче, сейчас я скажу саппорт собака премиум. Или как премиум собака саппорт. Там я сейчас тебе напишу, как писать. Либо как бы пароль восстанавливать, либо на саппорт писать. Других здесь вариантов быть не может. Блай, что-то тут лингов настроил до хрена. Вот, у них... А, не, ну как, 11 штук. Я бы не сказал, что прям до хрена. Ну, так, видите, умудрился Блай каким-то образом проскочитесь мимо всех-всех-всех юнитов. На мейн забегает, пробку подрезает одну. Вторую-то грызанит, ты чё, Блай, творишь? Вон же она какая сладенькая там. Ё-мо, Блай не смог догрызть. В это время еще линги в лоб прибегают, пытается Блай сгрызть пилоны. Кстати, пилон он вполне может подгрызть, я вам скажу. Даже он подгрызет его стопудово. Гиты отключаются. Призма не строится. Ну, глейфы делаются. И странно какой-то билд здесь, конечно, у Кыра. Войска Роя атакованы. Ну и полетели адепты. Так, видит Блай и Даркшайн. Короче, это глефа Харас плюс Даркшайн потом в перспективе.
Зачем-то я не понимаю, зачем адептов в тылу варпить там группу такую, если можно все варпануть нормально. Вот, ну по лимиту Блай, смотрите, по лимиту в общем Блай в плюсе на 4, а по рабам так и вообще отстает. То есть как бы сейчас Кыр может прийти и Блая больно сделать с глефами. У него 13 уже 10 адептов, против них бьются 8 роучей, это конечно немало, но адепт это мобильно в отличие от роучей. И сейчас Блай может просто развалиться нафиг. Добегается, если сейчас. Так, плюс еще 3 роуча. Так, минус форка. А это значит, что сейчас дарки могут просто зайти на ура здесь на базе третий. Спорочка передвигается. У Блая нету лейера. Почему Кыр боится варпануть дарков? Я что-то не понимаю. Просто Кыр приходит, и Блай здесь вообще расковырял вообще нафиг. Хата сейчас упадет. Третья просто, смотрите. Чего он боится так, как огня, эту хату? Блин, какой он стопорной-то Кыр этот, а? Я просто поражаюсь. Три дарка варпятся. А адепты никуда не телепортируются. Здесь три дарка. Четыре дарка пришло. Но если сейчас Кыр потеряет их, этих дарков, ну два потерял. Ну хату добить надо было, но надо адептами было ее добивать и не париться просто. Блай, все очень плохо. Так, 13 адеп, 2 дарка. Надо еще 2 варпануть, 2 архона слить и все. И харасить продолжать. 36-51 по рабам, это просто катастрофа для зерга, естественно. Спорка вообще горит здесь, ее не выкопать, иначе вижена вообще не будет. Хотя оверсир может быть рядом где-то. Спорка, посмотрите, с какой стремительной скоростью ХП теряет свое сейчас. Надо выкопать ее, перекопать. Блай, вспомни ты про спорку. О, перекапывай, Блай. Ну, пока есть шанс, конечно, на контратаку у Блая какой-никакой. В макро тут тяжело уже будет вытаскивать ему, признаться честно. Походу перфоратор там или что-то такое. Тут пытается гонять Блая, в общем-то, дарками у нас Кыр. Ну и Кыр затягивает сейчас игру, а он зря это делает, я вам скажу честно. У него только-только фаржа вообще. Где она, эта фаржа? Она на третьей базе, фотонок нет. Ни хрена нету, короче. Все как-то криво, шел бы дозымал. Так, озвучку. У меня, как у меня, озвучку ты возьмешь в стандартном Старкрафте. То есть ты слышишь необычные звуки. Это я FP ставлю от игроков. Я здесь. Вот. И это у них такая озвучка, короче говоря, куплена. Это вот у Блая Абатур. Это продается, короче, от Близзарда там же ввели, короче, платные озвучки, все дела. Вот. Блая нужно в размен идти, ни в коем случае ему нельзя бой сейчас принимать. Вот, иначе он будет развален в хлам. Муталисков 11 штук, они пытаются залетать. Нужно сваливать Блая нафиг отсюда, короче. Блая ждет, пока уйдет зерк.
Сентря что-то тут ходит. Муталиски на мейн залетают сейчас. Блая там плюс 2 хаты добавляются в данный момент. Все, мутка ворвалась. Удар по пробкам наносится жесткий очень. 6 пробок уже минус. 9, 11, 13. В это время движух пойдет. Блая нельзя принимать бой, напоминаю. Это будет провалом со стороны Блая. 4 муталиска за кон. Мазеркор вылетает. Нужно сваливать из-под Мазеркора, что Блая делает. И просто выпиливать экономику оппоненту. Все. А здесь уйти скорее бы... Чем Блай дерется-то, я не понимаю. Вообще понятия не имею. Зачем он дерется своей землей? Ему просто нужно вот этими тоже в размен всеми было идти. И все. В лоб драться-то не сможет. Хотя, если сталкеров выпилить, то мутки скоро будет очень-очень много. И мой же муталисками будет пытаться драться. Блай сваливает на третью базу, где 3 плеточки есть у него. И уже лимита больше. Так, пошел контррыв. Но муталисков еще недостаточно, чтобы тупо в лоб с таким количеством драться противовоздушных юнитов. Сейчас 17 муталисков становится. Это уже что-то. Это уже что-то. Здесь сталкеров. Да, здесь нету даже сталкеров столько. А мутка сталкеров развалит, я напомню вам. Нужно не драться с землей, потому что сталкеры пока отступают. 5 имморталов просто. Пока Блай выпиливает сталкеров, имморталы гигантский дэмэдж наносит его зданиям. Вот в чем проблема. Так, здесь Пир приводит прирост сталкеров своих. В это время здесь адепты имморталы раскладывают третью базу. На второй тоже проблема. Муталисков 9 штук всего. Выпиливает просто сталкеров Блай. Хата падает на третий, на второй, на третий тоже падает. Рабов бы хоть отвел бы ради приличия, Блай. Что ж ты творишь-то? Рабов сейчас погибнет. Ну, уже 15 погибло и погибнет еще больше. Имморталы адепт заходит на мэй, на муви, правда. Но это ошибка, конечно, была здесь что-то пытаться сделать. Третью надо пытаться отбить. Здесь адептики на четвертую прыгают. Муталисков уже несколько штук выпиливает эмов. Короче, все свелось к слабым лимитам. Кто здесь в плюсе? Ну, у Кыра живы базы. На третьей стационарной много оборон. Но мейн вторая не прикрыта вообще. И у Блая больше лимит, поэтому Блая нужно брать эту игру, я думаю. Так, там линги что-то куда? Они на третью побежали? Зачем? Отдаваться. Как зачем еще? Они могут туда бежать. Сколько муталисков? 16 плюс... Плюс один строится, 17 будет. Ну, архонов, да, надо архонов пытаться Кыру сделать еще выход, как бы другого варианта у него просто нету. Блая добыча на четвертой базе сохранилась, вот он летит муталисками на мэн, 15 штук их двигается туда. Ну, по грейдам плюс один на муту, плюс один на землю у Кыра. Здесь пробочек Блая выпиливает несколько штук сразу же. Пилона надо брить. Дарк пришел и четвертую срубил. Ну, ни спорки, ни хрена у Блая нет, ни одной. Так, призма со сталкерами погиб. Здесь Блай в лоб дерется. А Архон тупо не может пройти. За стенку Блай на Архоне не отдавайся. Что творишь? Пробки угрызают сейчас. Так, здесь два Дарка пришли. Два Дарка пытаются выпилить хату. Блайер дронами отбился, 12 хп у хата, осталось чудеса, да и только, как говорится. И Блай втащил. Все, 39-87. Ну, Блай умеет такие игры переворачивать. Кыр, блин, как-то кривые какие-то выходы делал. Вот и поплатился в итоге. Продолжается харас от Блая. Гипы все на мэне отключены. Здесь два есть. Наверное, что Кыр ждет? Вот что здесь можно сидеть ждать? Здесь гейты добавляются на третий, да? Ну, надо мейн-то хотя бы пытаться отбить. Кыр выпиливает свой гейт, Блай Нексус в это время выносит.
Так, название поменять, чтоб народ не смущать. Чтоб название видеть, надо голову рубить его. И посмотреть его. Ну что, тут еще муталиски маленечко получили дэмэдж. Ну, 8 пробок, ну что досиделся? Ну выходи теперь, что? А толку выходить? Там роу еще бывает 12 штук. Толку нет. Плеток масс, короче. Да ну тут все очевидно в этой игре уже. Три архона, три сталкера, дарк. Ну и что здесь делать можно? Да ничего не здесь делать нельзя уже. Посмотрим, кто из имбы выйдет следующим. Пробелка пишет, понял, что ничего не сделать не сможет он. А я, пожалуй, сниму кофту. Ну что, ждем игроков. Ой, ждем хост следующей игры. Вот, кто там выйдет, ждем. Я пока здесь взял чипсета. Чипсена. Чуть-чуть, короче. Покушаю. А то мне там еще что-то захотелось. Ехал, короче. Вот. Расклеили там объявления на районе про свидетелей. Ну, если, может, свидетели найдутся все его происшествия. Вот, о котором я сообщал и ВКонтакте писал, но на пути домой позвонил Антохе второму, у кого в бедро ножевое, вот. И оказалось, что уже 3 упырей приняли, короче, вот. 2 брата, каких там акробата и 3-й. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим. Так, в общем, я жру чипсы, ребят. Бла ищет, ждет следующего игрока.
ждем продолжения. Так, ну что, это бой 7, ребят. Блащик первую карту взял. И Димага следующим выходит. Так, лунтиком быть не надо, вот что я тебе скажу. Свой лунтиковский юмор будешь со своими лунтиковскими друзьями там использовать. Вот так вот. Линги вперед бегут, ребята. Их десяточка уже у Димаги. Это Беллингбаст. Это Беллингбаст. Дима решил, что нафиг тянуть здесь. Надо бой принимать. Изгрызает Блаю, кстати, лингов, причем всех. Блай разменивает сумму. Я не понимаю, Блай двумя против четырех умудряется один в одного разменяться. Что за дела? Как это происходит? Объясните мне вообще. Так, у Димаги Му еще нет, но скоро будет, уже готов. Линги подходят новенькие. Нахрен морфить Беллингов из зеленых лингов, а не из желтых. Вот это тоже я просто
Не знаю. Ну и так, так, так. Ну не знаю, по боевому лимиту примерно ровно здесь и благо. Делюкс активировал премиум на ваш канал. Разобрался, Делюкс. Ну все, отлично. Спасибо за премиум. Привет, писка. Какая раса самая имбовая? Как мы выяснили уже давным-давно, самая имбовая раса та, против которой ты играешь. Это всегда, как бы, правило работает. Вот. Не ошибешься точно тогда. Ну что? Димага подпушил, но нужно... Так, а хата ставится у самого... Барабам 16-12, то есть, как бы, Димаги меньше до сих пор. Димага раньше хату делает, правда. Надо ли ему сейчас лингов сливать на бейнов? Это вопрос хороший. Мне кажется, что нафиг не надо. Вот два бейна пришло, да нафиг, нафиг, нафиг отдаваться. В общем-то, игра затягивается, как вы видите. Так, начинается пролитый чай, короче. Нужно глотнуть чайку. Это мама заваривала, сразу видно. Чефир, ё-моё, пол чайника насыпано. Так, Димага тут не очень аккуратен, но один линк и криптумор не загрести не успеет. По рабам Димага умудрился в плюс выйти. 34-30 в данный момент. Лейера не там, не там, нет. Здесь приходят линги. Было видеть, что у Димаги происходит. Димага за последние дни очень и очень неплохо натренился, нужно отметить. Пуш от Блая идет, ребят. Димаги нет ни одной плетки, ни хрена тут нет. Давайте пороучим, посмотрим. 10 у Блая, уже 12 роучи у Димаги. Но у Блая есть 22 линга. И куда Димага поперся? В чистое поле, ё-моё. Что он делает вообще? Объясните мне. Ужаснее битвы, чем сейчас Димага проводит, я в жизни придумать бы не мог. Вот, это ГГ, ребят, это Блай 2-0. Как он так подрался вообще? Стой на месте вот здесь вот, вообще ничего не сделал бы. Линги бы отдались бы все в проходе и все. Димага поперся сюда и, конечно же, огреб в итоге. 9 роучпем заказано, у него все, ну, по экономике, по всем параметрам, по остальным лучше было. Вот эти 9 роучей тупо сейчас не успеют выйти вовремя. Вот в чем прикол.
Демага, может быть, отобьется, но я даже сомневаюсь, что он здесь отобьется. Тем более, там 20 лингов еще где-то в дотекане идут. Демаги тоже там несколько лингов вышло. Ну, 45-81, даже если бы Демага здесь отбил каким-то чудом, может быть, что-то и получилось бы. Но Демага не может отбиться. Это ГГ, это провал, это печаль. Донатим на костюм галстуком. Ну давай, начинай. А там посмотрим, как дело пойдет. Ждем третьего от из имбы команды. Ну что, ждем третьего игрока, ребят. Так, ну что, ребят, ждем продолжения, что тут говорить. Гуру выходит. Ой, гуру сейчас может бомбалейла сделать на самом деле. Ребят, быстрая рука продолжается. Яус 1337 активировал премиум на ваш канал. Так. Чё-то либо Яус 1337. Бабкин Барн активировал премиум на ваш канал. Опа, походу Бабкин Барн подрезал.
Нищата подрезал бабкин барн. Красавец, бабкин барбан. Поздравляю с быстрой рукой. Второй пошел. М0RDF активировал премиум на ваш канал. Оп, Мордев подрезал, красавец. Так, сникерсон я тут взял. Вот. А Димага стримит вообще, не понял, да? Мы с Димагой созвонимся тогда. Звоню ему. Здорово, Дим. Здорово, здорово, Серега. Вот, ну, рассказывай, что вышел-то ты так как-то. Я, короче, пригорел после того, как я мискликнул в камни и на муве там отдался. Это когда собаками или... А, роучами, понял, я понял роучи. Какой момент. Вот когда я вышел, я должен был там хит-н-ранить, то есть выигрывать время, знаешь, до плюс один атаки. А я там вижу два ревиджера, знаешь, отбились от стаи, и я такой, сейчас я их убью. И, короче, мисклик в камни, у меня вся бригада пошла камни бить. Вот. И... Понял. А ты реплей смотрел, не? Нет, не смотрел. Ну, во-первых, я по билдордеру сначала проиграл. Я думал, он в хату первый будет играть. Слушай, ну ты там как бы после того, как сгрыз ты ему хату, в да, принципе, но я плюсе на был. Микро его вообще переконтролил и выровнял игру. Это я понял. Ну да, там 30-35 твою пользу по рабам было, и лимита чуть больше было, как бы. Просто не, мне... Ну, это я чувствовал по игре, то есть все нормально. Я проскаутил, что идет выход. Я как бы готовился, словил вот то, что небольшой supply блок. И вот это принятие решения... Типа, что пойти защищать третью. Угу. Вот не знаю. Было мне показалось, так. Что тебе там, ну, на краю крипа, знаешь, надо было стоять. Да. Если что, да. Сваливать назад. Потому что, как бы, ну, там линги так у него, ну, очень прям вовремя, блин, подоспели вот эти в итоге. Ну, у меня были бейлинги для этих лингов, вот, в теории. И как раз я должен был вот этот момент выигрывать. Ну, ты, да. Ты говоришь, типа, хит-н-ранить на краю крипа. Ну, вот, да. Ну, ты, получается, прям в капкан зашел, тебя там, как бы, и окружило так, все. Так, а я зашел, потому что мне скликнул, как ну, бы, ну, вообще. Ну, я понял, да. Что? Ну, короче, да, обидно. Просто там роучи-то больше у тебя уже было, как бы, ну, в тот момент. Да, вот просто... бой, вообще же. Ну там, когда он только подходил, 13 на 11 уже было, а там еще же, ну, в заказе были, как бы. То есть... Ну, то есть, вроде просто через атаку посылаешь и контролишь бейлингами. Ну да. Просто у тебя, короче, было, ну, 4 бейна, а у него 20 лингов, короче, там с чем-то подбегало, как получается. Ну, я накосячил очень жестко, конечно. Ну, я вот подгорел прямо на стриме тут. Ну, я понимаю, ну что, все уже не вернешь, ну. Обидно, просто начало переиграл, я сам не ожидал. Ну да. По билду я вообще как бы играл, ну, с расчету того, что он сильнее игрок, и я хочу выиграть по билдордеру, понял? А тут я по билдордеру проигрываю и вытаскиваю начало, выравниваю игру, и потом такой мисклик жесткий. То есть все разведал, все видел. Ну да, так обидно, конечно, когда так проигрываешь, понятно. Клан Вар, тем более. Филшмар активировал премиум на ваш канал. Да. Тем более all kill можно было бы и Бьяна пробрить потом. Ну да. Попробовать, по крайней мере. Ну да, составчик-то у них, конечно, ну, такой.
Скарлетт, Бьян там еще... А, трое, да, получается, у них или сколько? Тут да, Скарлетт, Бьян и Блайн, насколько я понимаю. Ну, тут all-kill-система, тут каждый игрок может all-kill сделать, так ну, что да. Почему бы и нет. Ну да. Так, опять хитрые хатки от Блая, его любимые какие-то там. Да, да, майн-геймсы. Я тут чай пью, ну, если что там. Пацаны, чтоб это... Шоколадочку кушаю. Давай приятного. Спасибо. Это нужно, шоколад полезный, особенно черный. Доходился, да, просто с улицы пришел, быстро пригнал, вот. Не знаю, читал ты там, нет, что происшествие мое там в группе, вот. Пацанов порезали, как бы. Вот. Жесть. Короче, объявление просто расклеивали про свидетелей. Вот. Холодрыга у нас, наверное, минус 15 сегодня, ну, или 12, где-то так. Жесть. Ветер, короче, прям подмерз. Вот и домой, в общем, поехал, я уже сказал, что, ну, короче, позвонил там одному, который в больнице лежит, в общем, сказали милиция, что все там приняли, короче, всех туловищ этих. Да, так, нашли все. Ну, вот потом выяснится, что там как, но уже это, в этом плане хорошая новость теперь. Главное, чтобы человек восстанавливался. Да, конечно. Так, у нас тут замес, Гуру забегает на вторую базу Блая. Блая уже есть скорость, отбивается достаточно легко. Две королевки, еще третья на мейне, при этом есть третья хата. Блай видит, что... Ну, пока что не видит. Угадывается, что нету третьей хаты. А Гуру тут вообще без скорости собак, быстрый лейер, застройка. Роуч Варен, скорее всего, будет Роуч Варен с плюс один или просто роучи со скоростью. Ну, плюс один. Что-то пока не заказываю, да, плюс один. Скорее, это какой-то либо типа в шпиль, обманка какая-то, может, или... Или Нидус, может, какую, я не знаю, Гуру хочет пилить. Вот. Ну вот Нидус, возможно, но как-то он все поздно делает, и дронов. Ну вот, и, кстати, Лейер, что он, да, вот на второй делал, Блай же спалил, все получается, как бы, или пофиг. Да, все видит. Вот, о, лол, ты что творишь, Трансфьюз? Да, протиснулись пару лингов, посмотри, там вот, это мне вот... Во втором Старкрафте в этом плане физика вся прикалывает. Типа как-то там умудряется юнит там протиснуться. Вот вроде бы, да, не протискивается, а потом бах пролез. Да-да-да, такое постоянно происходит. Смотри, вот, снова. Да-да-да, опять пролез. Ну, это, конечно, непонятно немножко. Вроде бы не проходит, но в тот же момент проходит. Но Блай все разведал, что он разведал. Самое главное, количество газилок, сколько он видел, нет? А он на второй базе не видел. Второй не видел, да. Но получается, что у Гуру на роучах какая-то типа... Ну все, вообще все в роучей. Тупо роучи. Но у Блая тоже там уже как бы на всякий случай один из роучей заказано. Зато при этом есть третья база, работает. Два газа работает, третий тоже на стартанул. Да и лейер есть. Хорошо у Блая. Да и лейер есть. Но Гуру решил, видимо, фейкануть, типа, что... Ну, я думаю, Гуру сам себя передумал, знаешь, ну, обдурил, он не вот, эта хата, которую Блай построил, первая, вот, на третьей базе, все-таки сыграла, мне кажется. Гуру не видел, вот, он прилетел с первым оверлордом, увидел, нету базы у Блая, знаешь, второй, и сразу какие мысли, ну, где-то линги на карте уже бегут. Вот. И он заказал там много лингов, пришлось ему бежать там в атаку, потом он увидел третью базу, и уже как бы Гуру проседает очень так значительно. Хотя вот третья база все-таки заказана у Гуру. И идет он в атаку. Но роучей у него на самом деле не так уж и много по сравнению с Блаем. Ну да. Сейчас он единственное у Гуру плюс один, но при таком раскладе не решит это в любом случае, вот. Как бы. Да. Вообще не решит, если количество там в разы меньше. Да, ну вот если сейчас Гуру закажет, например, плюс 2, и Блая, ну вот, например, тайминг плюс 2 на 0 будет у Гуру, и он там третью подраскачает. Ну это будет очень жестоко. Но видишь, Гуру не заказывал плюс 2, потому что видел, что Блая выходит, и ему нужно было защищаться. Вот сейчас и вот сейчас пошла сразу плюс 2, так как он почувствовал, что есть возможность потратить газ именно в апгрейд, не в ручей. И отступает уже Гуру. Но плюс, ну то есть, ну получается, в 2 грейда он никак уже тайминг не словит, так как плюс 1 быстрее делается. Вот, просто вспомнил я игру там на GoFSK как-то давно, уже месяц, может, назад.
может, недели три была, я играл там Хина такой француз. Вот он да, лайв, да. Лайв всю игру вел, а потом, ну, Блай без грейдов был, и Хина сделал выход на плюс 2. И, короче, Блай с нулевыми там из чудо ситуации просто там вытащил. Я понял. Ну вот Блай сливается очень жестко, у него 0 апгрейд. А у Гуру плюс один, и позиция у Блая плохая. Позиция плохая, еще Блай, ну, видно, вот я не знаю, вот видно же, что, ну, ты как бы примерно вровень, и ты находишься у оппонента там, как бы, и у него еще грейд. Ну, понятно, что Блай, может, не прокликал, но даже если равное количество визуально примерно, ведь в ЗВЗ очень решает, что прирост-то, да, ближе как бы выходит. Конечно, причем по крипу он бежит очень быстро, смотри, тут крип везде на оверлордах у Гуру, молодец, тоже грамотно получается. Да, то есть получается, Блай как бы, ну, очень странно и вообще зря дрался там в этом моменте. Вот, в итоге все преимущество просто растаяло вообще. Вообще, да, у него как раз было это преимущество там в 15-20 лимита, несколько ручей, а он отдал его и сейчас... Я бы даже сказал, у Гуру будет преимущество в плане технологии так точно. Вот ну пошел да. Плюс 2, заканчивается, и гидролиз Дэн уже есть. Можно делать сразу... Он предпочел сделать рейндж гидролизком. Я хотел сказать... Не Люркин Дэн. Ну, может, он специально это делает, так что он знает, что Блай любит муту, знаешь, и готовится именно к муталискам. Если бы там действительно были бы муталиски, гидралиски зарешали бы. То есть роуч гидра решает ну, да. Против роуч муталиска. Ну, с другой стороны, с семью рейнджа-то сейчас, да, как бы с плюс 2 гидра, она и может, ну, гуру тайминг просто хочет словить, типа, лопать. Кстати, да, вот сейчас даже можно просто в лоб, да, напасть даже на этих же роучей из-за того, что будет тайминг плюс 2 и гидра с рейнджом. При этом еще ну и да, все-таки делает переход. Учитывая преимущество в грейд, качество микса получается, да, как бы, ну, намного... Намного жестче, да, да. Причем я вот, как бы, ну, тысячу миллионов раз уже на стримах говорил, что, ну, нужно всегда смотреть на юнитов, то есть роучи на роучи, вот этот рейнджовый, ну, вот, замес ЗВЗ, как бы, получается, что атака ведь она в два раза эффективнее брони для роучей. Там конечно, же... потому что дэмэдж больше дает, да, апгрейд больше дэмэджа. Плюс 2, как бы, то есть. А армор дает только плюс 1, конечно. Ну да, то есть 2-0 грейды, грубо говоря, сильнее в 2 раза, чем 1-1 получается, как бы. Ну не в 2 раза, то есть. Не, не в 2 раза, они сильнее просто, потому что как бы там на 1 дэмэдж больше просто будет. И все, да, сколько там? На 50% где-то так, да? Плюс, ну, грубо говоря. Ну да. Ну, короче, они лучше, это понятно. Да. Так, ну тут гуру подкопился, но Блай видит ченджингом все прекрасно, и сам Гидра Дэн делает, вроде как и плюс 2 делается, и, ну, то есть, если гуру будет тянуть, у Блая это нормально все будет. Плюс закопочка пошла. Вот, по ну да, вот Блай как раз на разводах с роучами, с закопкой, подкопкой может порешать. Ну да, причем у гуру вот сейчас спорки на третьей нет, кстати, в заказе. А вот дрон откуда-то издалека прям едет эту спорку ставить, вот сейчас только-только поставит. Ну вот как бы. Так, по оверу Блай тут пуляет, овер разбил. Сейчас вот раньше-то, в принципе, гидру с 6 рейнджа хорошо, фаерболами можно было контрить, а вот такую-то гидру вообще как интересно Блай хочет контрить. Вот, не знаю. Я вот, если честно, еще тоже много не наиграл с этой гидрой в ЗВЗ. Так, что-то гуру камни ломает, но бой пока не принял, у Блая роучи врывается в контратаку, то есть гуру. Либо отступать будет, либо бой принимать, гуру предпочел выступить, но не знаю, это насколько это верное решение, когда ты уже у оппонента достоишь прямо. Да, тем более у тебя микс хороший, нужно было принимать бой там. Ну из-за камней все пошло не так, как еще хотел. Гидра в роучи врезается, ой-ой. Точнее, наоборот получается, гидра поставилась. Была еще и 12. Ой, 6 часов отменяет сразу же. Убивает, да. Блай неплохо, конечно, дерется. Самое главное, что у Блая экономика и запас по ресурсам пошел серьезный. Да, а у Гуру нет хорошо. Ничего вообще. То есть Гуру только надо, ну, если только он бой выиграет, причем у нас с запасом получается выигрывать уже теперь. Так, да, у Блая Люркер Дэн закончился. Можно в любой момент, в принципе, на дефенс заказать ну, люркеров. Да. Вот пошли 3 люркера, и это отлично для Блая. Очень ну и получается все. Вообще Блай перевернул просто эту игру парой, ну вот. И мувом, да, за подкопанным мувом, вот и ручами. Ну да, и тем, что гуру как бы решил отступить, получается еще.
Ну, это гуру, да, принял неправильное решение все-таки по итогу. За овера два рейвенджера своих убил просто сейчас. Хорош, я не заметил. Ну, на себя попал прям. Я понял. Я как бы это увидел в концовочку. Так, ну вот тут гуру собирается драться. Кстати, написал там, не помню уже кто, еще НИП в Team Expert. Вот еще кто, четвертый там есть. О, ничего себе. Вот. Вообще серьезная команда получается такая. Да. Очень серьезная. Ну и Блайт сам решил, ну, рейндж гидре, да пригодится по-любому рейндж гидре было, конечно, его надо делать. Гуру восстановил третью, пытается четвертую занять, тут Блай ее сейчас отменит. Да и с Люра уже тут выходит, можно как бы инициировать. Ну, поаккуратнее надо. Причем у Гуру нет реводжеров, то есть, как бы, очень хорошо Люру контрить реводжерами. То есть, она закопалась, и туда фаерболов обычно зерги накидывают, и Люра, ну, либо перекапывается, либо погибает. Умирает. А тут, получается, она будет драться стабильно, как бы. Ну, Люра еще живучая, понимаешь, как бы, с одной стороны, да, фаерболы хороши, там, по 60, только нужно аж 4 фаербола в Люркера. Ну да, не, если как бы уже пошел такой замес, то да, просто, ну, как... копай Люркеров, смотри, ой, как Блай. Ой, Блай на муви слился, и просто Гуру его сейчас разнесет вообще в хлам. Такой маразм. Забыл закопать Люркеров. Через атаку пошел. Да, Люра слилась, Гуру идет в контратаку, и, блин, у Блая лимита хоть и больше, но у него в дозакате основная эта часть лимит, правда, Гуру по фаерболам здесь гуляет. Ой, как там фаерболы на демедже лежат. Ну, самое главное, тут есть три люркера. Вот да, они да, сейчас да, после да. Блая. Вообще, изи. А вот что делать дальше, вот когда вот тут будет его Гуру ловить, тяжело выходить Блаю сюда, в чистое поле. Да. Пробивает Гуру Камикс, позицию на ХВ может жесткую занять, нужно всеми только подниматься. А, ну вот он решил развод такой. Но сейчас с двух сторон Блай будет драться, и Гуру здесь слишком долго, мне кажется, находился. Ему надо было уже принять решение куда-то, ну, наломиться, вытянуть Блая. Вот, он бегал, в итоге Блай с разных сторон с приростом просто накидывается и... Да, запас по деньгам Блая был шикарен, отстроился мгновенно практически. И со всех сторон, как ты сказал... Задавил своего оппонента, 4 базы в 3 базы, 4 строится у Гуру очень жестко проседает лимит, кучу денег, кстати, у Гуру. Ну да, денег много было, но у него, кстати, в гаю, у него Люркер Дэна, похоже, нету, да, его нету. А он забыл сделать, мне кажется, нету, вот да. У него просто, ну это проблема. Ну да, с его грейдами, в принципе, Люра, это хоть какой-то шанс был, тут ее много можно было бы запилить бы. Да, можно было как раз таки от защиты играть и переходить в лейт, в хайв, в вайперов и пробовать, как бы выигрывать лейт. Просто в лоб он физически уже бы никак, ну, не сможет выиграть, даже с люркерами, мне кажется, из-за экономического отставания. С другой стороны, гидры, фаерболов много, но тут запаса нет, просто у Гуру тоже, то есть может как-то за счет позиции он попытается тащить, фаерболы поперли. По-моему, от Блая даже больше попалось. Блай вспомнил, что есть Раучи на четвертой базе. И харасит, отменяет базу четвертую. Это самое главное сейчас Блаю, отменять четвертую базу постоянно своему оппоненту. И все. В идеале еще можно при такой ситуации переходить инфестор и в хайв. Ну да. Апгрейдов. Да. Для вайперов в будущем. А мне кажется, где-то я видел, строил. Да, у него где-то есть 3 инфестора уже. А, это у Гуру. А у Блая нету. Mm-hmm. Понял. Так, ну тут Блай, ну в принципе, у него 2, я не знаю, давить Блай собирается или нет. Ну, с технологиями, конечно, в такой ситуации желательно закреплять. Ой, Гуру на фаерболы, там 3 гидрала сразу разорвало фаерболами, откинулся микозами, но толку фаерболов выкинуть не может, ну, толку. То есть микос кидать так особо смысла нету. Это я завис? Не, Варден. Блин, я перепугался. Вот у меня что-то подлагивало. Я сам сегодня весь день пугался, а там на лайфенге, короче, 3 раза Ривкина подряд выкидывало, короче. А там какой, корейский или китайский сервер? Азия, да. Азия. Ну там как бы Азия, там есть Тайвань, там еще что-то там вроде как бы, ну. Да, может быть, я... Не столь профи. Ну там можно в Азии типа менять, как бы, ну,
тоже там, типа, как и в Америке, типа центральное, западное побережье, восточное. А, сервера, короче. Пишут, да? Да-да-да-да-да. Буквально. Так, и в Азии там есть, есть Корея, а есть, короче, Тайвань там что-то. Понял, понял. Вот. Чуть все не так, оп. Кстати, ты завтра во сколько там будешь стримить вообще? Завтра играть? Да, планирую как бы целый день, думаю, с утра поиграть. Прям, да, или как? Просто ну, да. Завтра, короче, в 14.00 плей-офф Лайфенга будет, там состав вообще жесткий. Ну, мы с Пашей, Паша уже за вроде был, то есть я могу с китайцами поговорить, может, ну, и втроем можно застримить. Давай втроем, почему бы нет, я бы тоже постримил, там посмотрел. Зерк, правда, один, ну какой, там Дарк как бы будет играть. О, Дарка, да. И ради него я встану пораньше, если надо. Вот. Ну там 14, короче, время, то я напишу. Вот, что... Хорошо, спишемся завтра, да? Угу, угу. Так, ну что, получается, Блай 3.0 сделал уже. Да, надо похоже, ждать похоже. Еще одного кого-то. Полкил очень похоже на это. Ангуру тут пишет в конфе у нас, что он, короче, не видел из-за скина подкопанных роучей, знаешь, а то новый скин там и типа непонятно, есть ли у них подкопка или нету. Ну да, вот в этом плане, кстати, оно, я уже на каком-то стриме говорил, что они шипастые такие, как бы, вот, да. Ну, немножечко путают. Есть такое. Так, у нас еще один клонварчик через 25 минут тоже будет. Так, я вот так из имба. Чик. Да, Блай. Что-то у него АПМа чересчур много, 421, не? Блай в этой ну, игре. Ну, зажимал, наверное, же там у зергов а. Заказ получается, ПМ повышает. Ну, supply блок минуту 16, что-то как-то много, не? Многовато. Блай? Да. Ну, бывает. Ну, это да, неважно, если выиграл игру, хоть ну, 30. Ну, Блай, есть такая тема, я у Скарлетт видел, знаешь, типа, на какой-то стадии там, не буду врать, минут на 6-7, может быть. Вот. Он как бы заказывает, там бывает оверов про запас, до хрена вообще, короче. Кто-кто? Ну, Блай. А. Именно, ну, штук 7, знаешь, как бы там саплаев плюс. Вот я всегда удивлялся, зачем это делать. Почему, как бы, ну, по чуть-чуть не заказать. А тут еще такая хрень у зергов. Ручи дешевые, а жрут очень много саплая, и поэтому иногда действительно, ну, 7 это, конечно, перебор, но пятерочку можно заказать смело. Ну да, не, там просто, знаешь, получается, лимиты типа, там, 50 и 100, короче, типа такой, таких цифр, как ну, там. Ну да, 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 бывает. На таких-то стадиях, как бы, там еще рабов, знаешь, надо подстраивать, то есть, типа, понятно, что там сбивают, но зачастую, ну, с перебором получается, то есть, как бы. Я помню Славика Хэппизерга, у него была такая манечка, короче, вот у него когда 200 лимит, обычно же как бы все нормальные игроки останавливаются продакшн оверлордов, то есть это 20-25 оверлордов нужно на игру, да? А у него манечка, он на автомате строил оверлордов, и у него, смотришь реплей, у него 50 оверов на карте. Ну, бля, Славенти, ты тратишь 2000 ресурсов в оверлорды просто так. Ну, зато за да я знаю, говорю, ну, тут такая вот, короче, манечка. Ну, это надо, блин, надо, да, то есть, я сам понимаю, отвыкнуть тяжело, как бы. То есть, я... Ну, заученная ошибка, вот, и все. Помнишь, мы как бы тренились, как бы, да, как в первый StarCraft, у андроида там и потом, короче.
Я вот научился тогда F-ками пользоваться, как бы, то есть я просто себя заставил, как бы, ну, вот, что, ну, как бы, типа, нажимай по паре раз сначала, знаешь, как бы, чтобы, ну, вот, в голову откладывать, да, потому что, сначала там за игру пару раз нажмешь и забываешь, как бы, когда привык не пользоваться, а потом, как бы, ну, уже просто чаще, как бы, я стал пользоваться. Потом во втором StarCraft опять отвык, ну, и, как бы, а сейчас игра мало, я просто, ну, не могу ими пользоваться. Так же и там, как бы, то есть нужно просто отвыкнуть, получается, некоторое время, как бы, от такой темы. Да. Вот. Вбить себе в голову, знаешь, напоминание, так, ну, вот стараться, но это работа, это нужно работать над собой, чтобы эти все ошибки, как бы, искоренять. Ну да. Сначала, конечно, нужно найти эти все ошибки и знать правильно, как бы, адекватную реакцию, как их искоренить, а потом работать над этим всем. Есть такое. Тяжело, конечно, очень тяжело переучиться, особенно когда ты уже привык. То есть, когда это уже на автоматизме идет, вот от этого да. очень тяжело отвыкнуть, да. переучиться. Какой-то гоблин. Кто такой гоблин? Гоблин? Это прикольный протос, кстати. Ему 15 лет, он со Словакии, если я не ошибаюсь. И у него, вот он в ПВЗ играет... Не хочу вот сейчас как бы палить, не знаю, Блай знает, не знает, слушает нас, не слушает. Ну ладно, сейчас во время игры скажу. То мало ли, Саня сидит, слушает нас. Не, ну в любом случае, Блай молодец, уже 3 килл сделал. При том, что он вообще должен, ну не должен был, мог проиграть и в первой игре сразу же. Крыры там было очень близко. Если бы крыры наварпил побольше сталкеров вместо адептов, когда он в пуши шел, если бы он как бы догадался или разведал шпиль, было бы совсем все по-другому. Так, ну ждем. Так, а что у нас? Получается там, я не понимаю, там 2 КВ были, они, интересно, по очереди, наверное, или как они там вообще строятся-то у него? У Варди 2 КВ, да? Ну да, там же вот ваш вот этот вот и рут, ага. и рут против G-Play BG. А, ну там. По-любому один после другого, это как бы по-другому смысла нету стримить это все. Как ну бы, да, ну да. Логично. Ну я думаю, что... Да-да. Можно просто, я не знаю, как бы ты там, как я-то, ну, постримлю-то, наверное, следующий. Не, я не буду. Угу. У нас просто вообще другой кланвар против команды Вовчик, походу, против наших СНГ-шных ребят. Еще будет потом? Да, на другой какой-то лиге, вот, через 20 минут, поэтому... понял. Еще пока что стримим, и стримлю этот кланвар, а там, если надо будет, то придется играть другой. Угу, вот, угу. Что, пока что так. Так, здорово всем, кто недавно пришел, ребят. Днем был стрим Лайфен Капа, в общем, сейчас кланварчики. Вот. Все стандартно. Ночью. Да. Ночью запись поставлю. Завтра тогда, ну, с пацанами постримим Лайфенг. Надо отписать китайцу будет, не выше пропавшего я писал. Про троих нет, но я там, в принципе, места много. Просто, ну, до китайцев иногда тяжело доходит. Поэтому лучше заранее объяснить, да, как бы. 100%. Ваня Research Station. Посмотрим, как, конечно, гоблин отыграет. Не факт, но, скорее всего, я догадываюсь, как он будет играть. В прошлом патче очень хорошо работало. В этом патче, думаю... Не настолько, хотя, как бы, все равно должно работать. Короче, суть его вообще, как бы, билд-ордера, это в основном, вот как Hellraiser играет, вот очень они похожи.
Ты знаешь, как Hellraiser играет за ВП у нас? Че, ну он Армаду любил, я помню, короче говоря. Вот, а этот играет, короче, масс ораклы плюс адепты. Вот такая у него фишка. И обычно как контрят? Типа сразу гидралиски. А если чистые гидралиски, там даже 200 на 200 лимита, и если у гидралисков лучшие апгрейды, ты все равно сольешь из-за того, что ораклы очень быстро уничтожают 80-хиповых гидралиски, а адепты как раз танкуют очень хорошо. Поэтому нужно по-любому по земле еще иметь беллингов, чтобы убивать вот этот врыв адептов. Ну вот. Да, слушай, не, ну оракулы иногда я смотрел, иногда как бы жестко заходят, но там тоже так, то есть либо они жестко заходят, либо жестко разваливаешься на оракулах. Да, может быть такое вообще легко. А Блай тут пошел свои темки мутить. О, да, решил, а тут гоблин смотри, да, не он там проверяет. Да. И мимо кассы, представляешь? Это печаль, потому что Nexus 1, как бы это, ну, провал вообще для гоблина. Это фривин, да. Блая вообще-то в теории. И все, он там протас теперь сейчас такой уверенный, да, типа я разведал, нету прокси. Все супер. А так а прикол, он все равно Nexus поставил до того, как он разведал. Что бы он изменилось? По сути, ну, ничего, да, даже. Да. Не, ну он бы мог бы фаржу заказать, а че он с ХГ, кстати, как бы, ну там. На этой карте фарша бы хорошо бы очень зашла. Ну да, правда? Потому что проход только защитить надо, получается, как бы. И, ну, отстроить как бы сентрю одну-две, чтобы если Блай на пофиг лингами будет уже в будущем пробегать, как бы, то есть контрить это все. Так, второй гейт, потому что второй гейт точно ошибка в такой ситуации, то есть обязательно фаржа, без фаржи как бы не отбивается. Даже сейчас ставить фаржу и дилка строить, как бы. А потом уже вдогонку кибернетчику чуть позже. Ну да, печально тут. Ну что он заказан дилок, да, supply блок прошел. Будет пилон здесь ставить, не знаю. Но уже поздно, тут уже плетки пошли, как бы, и что тут делать? Так, а какой пилон? Он бы даже если тут пилон поставил, у него кибернетики нету, мазершипко пора да, нет. Да, то есть тут уже... При Nexus первом это вообще, ну тут... Билдордер вин, в принципе, у Блая. Блай, конечно, сегодня ну, по билдордерам угадывает. Гоблин почему-то решил, что как бы он, ну, типа вот прямо так вот и отобьет. А на самом деле даже, ну... Корейцы вот так вот не отбиваются, ну, от этой темы, потому что... Да, ну, билдордер есть билдордер, это очень да. важно. Если билдордер проигран, то это... Ну да. Ой, это очень печально. Да. Просто выглядит, да, какая-то хрень, а на самом-то деле, ну, жёсткий. Очень сильный билдордер, вообще пуш жесткий. Так, там еще Блай пробок на халяву принимает сверху. Он 10 пилончиком пытается закрыться гоблин, но он через пару секунд уже погибнет, как бы сейчас Блай выбьет. Оу, да нет, конечно, вообще правда. А, это вообще привин. Мазеркора нет. Тут, да, тут не просто даже вообще. ГГ, Блай улкил. Блай улкил сделает, да. Да. Ничего, Блай молодец. Молодец, да, как я предполагал, что... Получит премию, блин. Какую-нибудь, может быть. За старания, вот. Ну что, Дим-то, тебе спасибо, еще задерживать не буду. Будем ждать тогда кланвар следующий. Мы здесь, вот, а тебе удачи на другом там кланваре получается. Спасибо, Серега, да. Так вот. Что давай до завтра, там с утра с утреца спишемся. Да, да, вот. Я постараюсь пораньше да. прийти, там выясню все. Ну и сегодня, наверное, вечером-то отпишу ему. Думаю, хорошо. Все, думаю, все нормально будет. Все, Дим, давай тогда. Давай, счастливо, удачи. Удачи. Так. Так, короче, сейчас Варди канал отпишет, я вернусь скоро. Пару чипсарей съем.
Так, ребят, видимо, Варди сильно занят заполнением там сетки, продолжением, вот. Ну что, ребят, ждем продолжения. Ну, что-то Варди пока, ну, он, видимо, сетку заполняет. Так, короче, надо глянуть в Кварде на стрим, что там происходит. Уж пока что-то ни хрена не происходит, он ничего не говорит мне вообще. Вот. Christmas trees are so stressful. Ёлки какие там Варди наряжают. Чё за ёлки, я хз. Ну, жду канал, короче, от него.
Так, не говорит мне ни хрена, короче. По коварде. Посмотрим, где он есть. Так, пока заморочусь, в общем, ребят. Так. Что там варится, тревернулся, не? Так, что тут Варди собирается играть, ребят, я смотрю. Отлично.
Так, можно ФФА сыграть, смотрите. Вот. Ну что, ждем ФФА-то, а что тут говорить? Ща, пока рутони чат приобрету тут, в общем-то. Так, ни хрена тут набрали просто. Да, в рот там надо играть, короче. Что тут и говорить? В общем, ждем старта. Ну, на руки помыл. Ребя, в ожидании следующего фланвара ждем ФФАшечки. Опа. Что-то какая-то карта прям необычная тут. Все дела. Так, все, погнали. Че, вол там был? Блин, вол прикольно, че не это? Thank you.
Ну что, еще одного ждем, короче, товарищи, мы будем биться. Фуфанчик тут намечается. Так, ну что, поживить немножечко вас. Быструю руку возобновляем. Следите за чатиком, парни. Экстратерестриал активировал премиум на ваш канал. Новые тормоза, блин. Thank you.
да свершится правосудие. Призматическое ядро активировано. Остановлено. БМ пауза. Так, тут криптумор где-то есть. Ну ё-моё. Это полная печаль, ребята. Я профукал такой момент и не заказывал оракула все это время просто. Авианосец прибыл.
мы встретили свою судьбу. Ну, там битва идет вдали, я смотрю. Месторождение минералов истощено. Куна. Авианосец. Путь. Так, ну что тут, надо понемножечку, сейчас будет двигаться вперед. Кинала Ату. Thank you.
пытался Демилав там. Улучшение завершено. На наши зомби напали. Призматическое ядро активировано. Победа мастера ФФА. Чё тут говорить? Пока там все что-то выясняют, строим армаду и ГГ. Вот такие вот дела, пацаны. За победу продолжаем быструю руку. Амперсант активировал премиум на ваш канал. Еще один пошел премчик, ребят. Вельветка активировал премиум на ваш канал. Так, много желающих успеть сложно. Пару премов назад, пока ты в чат писал, прем не брали секунд 20, наверное. Вот и ты мог успеть, потому что ты явно туда смотрел. Надо быть внимательным. Фульт активировал премиум на ваш канал. Ну вот, Full D активировал. Видите, ребята? Вот так вот. Ну что там в Арде, будет еще ФФА отпилить, интересно или нет?
Нет, там жесткий перерыв у Варди. Ну что, ребята, ожидаю вместе со всеми продолжения, в общем, что тут говорить. А вы помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Опа, Рут, все, уже выставил тут. Выставлено у Варди, что там клан Вар будет скоро, короче, через 4 минуты начала. Вот. Короче, ждем, ждем продолжения. Сейчас я тоже приду. Так, все, я здесь, ребят, короче. Жду с нетерпением продолжения. Вместе с вами пилю рекламу. Варди там, а я только сейчас заметил это из лобби, из того. Я, говорит, советую... ну, создать союз со своими, ну, соседями,
Советчик, блин. Нахрен мне союз с этим соседом мертвым, который будет просто занимать минералы. Я его убил, занял базы и построил что? Армаду. Все. Не умеете вы играть. Ребята, ФФА. Что-то я не так написал. Да, вроде все так. Человек ни хрена не хочет заходить. Может, я что-то не так пишу, если кто заметит, тому респект. Ну что, Демилав против Джиплей. Непонятный никнейм. Хью Кох какой-то. Американцы также про нас думают, а получится так, как я сделал. Я Советский Союз, американцы там стравливали друг с другом всех. Вот насекомые, короче, бегали, прилетела истинная сила и всех, короче, нагнула. Все элементарно. Всем кранты, короче. Союза не будет. У России только два союзника, армия и флот, как и у меня в УФА. Карьеры и грелки с мазершипом. Ну что, не будем развивать. А то сейчас явно начнется вечер у Соловьева. Вот, хотя здесь нету Соловьева. Вот. И нету никакого вечера, есть чатик. Хотя на самом деле время вечернее, да. Если об этом говорить. Ну что? Ходит этот процесс, пытается что-то сделать. Но по-моему Демилав вышел. Демилав вообще 6 с лишним КММР. То есть я думаю, он фаворит здесь. Я этого просто знать не знаю. Ну это уже видно, какая-то кривущая стенка. Вот. Пошла. Так, все, кстати, надо переименовать стрим, ребят, сейчас я быстренько переимену, что уже не ФФА, нифига.
Кто эти ребята? Ну, это члены команд Root Gaming и G-Play. Ну, просто я не знаю, Демилав уже много-много раз видели мы, и кто за StarCraft следит, знает, это игрок из Индии, очень необычной страны вообще для StarCraft. Вот, хотя теперь уже есть такой CS-турнир для Австралии, Океании, там Юго-Восточной Азии и не только. То есть ASEAN, получается, региона, вот. Там много необычных игроков и из Вьетнама, и из Сингапура, и из Тайваня, и из других стран, в общем-то, играют, в том числе и Демилав из Индии. Откуда проц, я хз. Ну, кстати, стенка как стенка стандартная, в принципе, стенка здесь. Ну, Демилав, Демилав решил не тянуть время. Короче, будет Беллингбас сейчас. Заходит Демилав, не успевает поставить пилоны здесь просто. Если бы Демилав еще контролил своих собак, был бы молодцом. Оракул включает дамаг. Выпиливает лингов. Здесь абсолютно достаточно Демилав, чтобы убить Кротса, это факт. Здесь просто в хлам. Разгром сейчас будет. Это очевидный момент абсолютно. Нужно лингов не подставлять. Причем Демилав выходит там в экономику сейчас и... Не обязательно на Оракуле было отдаваться сейчас. Реплей из игроков только из Болгарии состоит. Ну, видите. Одним словом, румын. Так он же болгарин. Так какая разница, если и Демилав из Индии шатает его в хлам, короче говоря. Оракулы пытаются подшатать. Один из них уже падает. Адепты, конечно, зашли. Но здесь есть бейны плюс линги. Сплит бейнов по... адепты пошел, но их всего 5 штук, по-моему, было. И изи просто с бейнами Демилав отбивается. Еще 22 линга строит. Будет контратака, судя по всему, от зерга из Индии. Так, оракул как полетел. Куда линги-то бегут, не пойму. Куда бегут линги есть, не знаю. Сейчас бейлинги будут морфиться, видимо, я не знаю. Адепты пытаются встретить третьего Некса нету, поэтому врываться смысла особо не видно. Ну, странно, Демилав, короче, тоже. Он заказал сейчас лингов, зачем закал, хрен знает вообще. Вроде отбил адептов, а лингов-то уже позже закал, чё рабов не строил. Ну, все равно у него достаточно, то есть он перестраховаться решил, у него все хорошо и так. Надежнее получается, выходит. Ну что, тут что-то затягивается, казалось, уже давным-давно игра должна кончиться, что-то затянули, непонятно. Здесь какая-то дырявая, в общем-то, стенка, везде сквозит, нужен капремонт уже, я не знаю, ну где, вот здесь пилон ставить, и вот здесь, точнее, даже пилон ставить, здесь-то проход будет вот такой лабиринтик, я бы сказал, небольшой. Вот. Демилав что-то добивать не спешит оппонента своего, хотя уже пора бы ему точку поставить, как бы. Прото здесь... Бомжует, что-то сидит.
Но живой пока отстраивается. Четвертую хату есть, спорочку там ставят, демолав дроном строят. Понятно, что ну, тут перемакр идет вообще, перемакривает просто демолав клан. Но надо уже напасть, надо напасть. Наконец-таки. Пошел шпиль, ну все, 70 рабочих, куда тебе там больше-то? Коготь второй делает, мув бейном сейчас будет готов через несколько секунд. Все, заходи, морфи тут, уже можно заморфить, 20-ку бейнов легко, а то и больше. Да добивать спокойно. Бейлинги не морфятся уже сейчас. И больше 20-ки можно уже. 30-ку можно заморфить. Заходит. Штормовички со штормом. Да, со штормом, с грейдом уже. Бейлинги могут развалиться, поэтому нужно аккуратнее быть. Вот он мастер-то затягивать, а. Реводжеры поперли. Ну, реводжеры, да. Реводжеры это хорошо, конечно, но толку-то от них. Еще везде плетки пошли. Вообще непонятно, если в этом джиплей кто-то, кто вообще может сопротивляться, как бы нормально вот здесь вот хотя бы демилав. Сто шестьдесят восемь, 170 фактически до милах идет вперед. Короче, побежал за призмой, ребят. Всеми своим лимитом, но это мастер. Просто класс, как не надо делать на самом деле в таких играх. Понятно, что оппонент твой слабее, но если ты так будешь более какой-то игре делать, ну, с более сильным игроком, тебя накажут за это просто. И все. В чем бегаю за вперед? Ну да, муталиски пошли. Ну, муталиски, муталиски. Ну добьешь ты призму эту одну. Че она одна сделает? Да, на нее варф может пройти, но оставь ты дома там юнитов и иди вперед. Нет, что-то бегает. Если с этой стороны пойдет в атаку еще, демилав, тут в этом проходе, на штормах можно отдать все вообще лингобеллинговое хозяйство это. Так, золото добывается. А здесь у нас что было у верчажа? Против что-то против мушки были выставлены. Прошли штормы. Штормы в молоко. А вот это уже нормально проходит. А я говорю, сюда ломиться. Вот отсюда надо ломиться. Тут шире проход. Намного. Хорошо, поливает просто. Просто хорошо. Тут часть беллингов доходит при этом всем, что самое удивительное. И 200 там лимиты, и вообще все вот так. Муталис не шатают, да блин. Да клик же уже же. А клик же уже, да пофиг, иди, да ладно. Как побичую хоть, пойди через центр, дай просто штормом поубивать немножечко. Штормом просто убивал не немножечко, но очень много. Но все равно этого явно недостаточно. И просто разваливается. 80-156 там по лимиту. И шторма еще нет, да и не спас бы он даже этот шторм никак вообще. Все. Дарк один кружит. Ну дарк, что-то, ну руби дарком, что нам говорить тут еще. Рубят, не разрубят. Другие команды сегодня уже сыграли. Играл там и Бла, и Димага. Второй кланвар сейчас, чтобы не заканчивать стрим, я стримлю для вас кланвар. Больше стримить сейчас нечего особо. Андердогс, конечно, там играет. Но Андердогс это не очень интересно на самом деле. Да ну, Бьян завтра не будет играть, короче, что за прикол? Бьян отказался от участия в Лайфенге, его провал.
Из тиранов, ну, Кинс Инновейшном. Тиранов хватает, слава богу. Нет тут никого. Не знаю, что за хрень, не зайти мне на этот канал почему-то. Так, Gplay Nitix. Nitix этого я помню. Не знаю, Юра здесь или нет.
Так, все, отлично. От Лайфенга, короче, получил одобрение на стрим с братком и с Димагой завтра. Вот. Female StarCraft League, это, конечно, хорошо. Но, пожалуй, мы посмотрим, да, на СВЗ. Вот уже Демилав играет пул первый. Линги побежали вперед. И, между прочим, хорошо он контрит то, что делает Нитикс. Почему? Потому что там, ну, очень жесткая халява идет. Вот. И достраивает Демилав еще лингов. Сейчас 10 штучек будет. Можно еще заказать там. Ну, у него овер пошел. Ну, то есть это уже свич в макро будет. Ну, его задача хату отменить, он это, я уверен, сможет сделать. Как бы, абсолютно. Блин, здесь пула еще нет. 10 секунд до пула, здесь уже грызть начинают. Конечно, отменят. Еще пока хата не достроилась, тут очень много дэмэджа нанесет, потому что армора одного нет. Сейчас хат достроится, на 20% снизится эффективность лингов против хатки. Я уже вам не раз говорил, что, ну, один армор появляется, и как бы тяжелее игры с ним становится. Не надо агриться на дронов. Надо грызать спокойно уже. О, Демилав и Делоров. Пару лингов сейчас оказалось зажатыми. Даже три. Все равно Демилав сгрыз, парабам уже вровень. В общем-то идет он. Здесь выходит дрончик краснющий, чтобы строить хатку. Ну, Нитикс единственный мув заказан, да, это как бы плюс. Но дальше что там будет, я хз. Так что, ребят, завтра не пропустите. В 14.00 Life and Cup с Димагой и братком. Жаль, Бьян там сдался, но... Че, он не сдался, он им на ВЦА уехал играть. Ну, прибежал Нитикс, отдался спокойно. Ты баланс? Не, а ты баланс тут вообще не при делах, я тебе так скажу. Ну что тут, как бы у Демилав лейер пошел, эволюшн есть. Надо плюс один было заказать, потом лейер, блин, делать. В итоге газа не хватает пока на плюс один, но скоро хватит, я думаю. Нитикс пытается отстроиться, ему тяжеловато сделать. Демилав еще 8 дронов, по-моему, дронов-то сколько. Пора бы уже роучи подмазать немножечко. Так, плюс один поперло. Здесь достраивается, в общем-то, лейерок доделывается. Соточка есть газа. Нужно еще газ. У него третий начал качать Демилав, блин. Но у него на муф роучем-то хватит? Конечно, хватит. У него на все хватит газа, в принципе. Так, 66-81, мув плюс один делается, роучи больше, рабочих больше у Демилав, но остается ему добить, видимо, Нитикса. Тоже, я так полагаю, улкил может быть, потому что я не знаю, есть же плей как бы крутых игроков, кто Демилав остановит, несмотря на то, что он
Даже дабла уровня не дотягивает явно, да, как бы. Но G-Play такая команда, ну вот что. Ну, ХЗ прошли ведь сюда, значит, отборочные тут были, наверное, не знаю, как бы. И, значит, сопротивляются, значит, молодцы. Ну идет Демилав, в общем-то, шатать. Заходит на ХГ. Королева падает тоже. Дронов грызается. Ну развернись ты, ё-моё, вручную подведись. Что ж ты делаешь? Не люблю, когда так мертвого дерут. Смотрите, часть с хатой, часть с роучиной. Что ты будешь делать? Составил здесь двух роучей. Сейчас здесь на халяву прирост выгрызает. Никсис, понимаете? Здесь лимит, всю разница. Залез сюда и криво дерется Демилав. Ну сейчас нормально начал драться. Зашатывает оппонентство. Линги выходят, линги бесполезно. Ну, кстати, прирост хорошо подходит здесь, смотрите-ка. И Нитикс отобьется, что самое интересное, Демилав все равно больше. Или не отобьется даже. Не, отобьется, отобьется. Здесь красные роучи. Катку добил, и даже парочкой, судя по всему, уйдет отсюда. Три роучи. Три веселых друга. Ушли, одного подрезали сейчас. А 0 Демилав, ребят, кстати, снизу я забыл проставить, что 1-0 вообще вот так вот будет. Я клан Варда, 4 побед, естественно. Ждем продолжения. Так, захожу. Так, Life and Cup, вот сеточка. Бьян, к сожалению, отказался. Скидываю везде. Вот. Уже на СГЛ есть сетка. Это 12 числа будет. Там тоже состав. Ой-ой-ой, просто жесть.
Свеп вспомнит, а я его помню давно, уже в первый StarCraft играли, он пару раз из всех игр меня в первый StarCraft выигрывал, было дело. Сейчас уже нет. Так. На Лайфен Капе насрать на Ривкина вообще, поэтому неважно, будет он там или нет. Вот. Так, ребят, ну что, погнали. G-Play Stucky Man против Demilav. Хорош ЗВЗ это у нас пилить уже. Demilav 1-2-0 ведет, и может быть сейчас 3-0 уже. На Team Liquid меня добавили. Ну там китайцы добавляют. Вообще-то и Юра, всеми наш любимый, респект ему за это, бзик. Он как бы правит там вот сейчас попросил Лайфенг запилить сетку на Ликвипедии Лайфенг Капа и с Гейла там время проставить. И благодарен и разрешил стримить нам с братком и Димагой втроем, в общем-то, Лайфенг Кап. Завтра. А плей-офф будет крутой, пацаны, за. Потому что там, там играет Дарк, например. Хьюму Дарк против Инновейшн на первый матч, но это надо замес такой сразу смотреть. Так, Кентука. Короче, по поводу ситуации с этими, с моими друзьями, с этими отморозками, ножами, ситуация такая на данный момент. Паша, его так зовут. Пришел в сознание и уже даже разговаривал вроде как с родственниками сегодня. То есть это для такой темы, по-моему, чудо какое-то, я не знаю. Фу-фу-фу, надеюсь, что все хорошо будет, короче. Вот. Но я думаю, что когда тебе сердце задето, и ты на третий день уже приходишь в сознание, получается, то это в порядке. И сегодня задержали как бы двух братьев-акробатьев. Утырков этих, короче, вот, приняли их, и третий сам пришел, короче, ну, вот, не знаю, кто там чё, когда потом будет, ясно, вот. Ну, а мы сегодня ездили, объявления расклеили там по всему району, ну, по поводу, ну, если свидетели есть, как бы, чтобы позвонили человеку просто, вот. Так, ну, Demilav тут, короче, больше рабочих, то есть у Stucky Man рабочих меньше, у нее 32 линга просто, это пошел просто врыв халявный. Ну, Demilav нужно бейнов запиливать, как бы, если он успеет бейнов достаточно напилить, то он сможет отбиться, ну, здесь 6 бейнов, здесь больше, ну, тут 7 морфиц тоже, то есть тут от контроля все будет зависеть сейчас, это 100%. Бах! Бах! Все, нету преимущества у Stucky Man'а больше по линго-бейлингам. Третью хату пытается отменить он сейчас. Хорошо, бейны, куда ты тормоз-то? О, Demilav дает. Всех бейнов взорвал в двух бейлингов оппонента. Ну как так можно тупить? Ты, ё-моё, уже отбился и потом слился просто. Ну и, короче, контроль в итоге под
провальный получается. Даже если он отобьется, у него больше рабов, у него всего больше, как бы все нормально. Зерк последний в этой команде. Ну там Свепс, вот этот вот проц, мой знакомый есть, но... Не знаю, если он играет так, как раньше, то это, это минус команда, это тогда получается. Вот. Что я думаю, что ничего он там особо показать не может в данный момент. По поводу того, что случилось в группе ВКонтакте моей, читайте, там чуть пониже листайте и... Увидите. Так, ну Демилав шпиль. С таким и на больше лимита сейчас, ребят. Вот у него роучи сейчас, я вам скажу, сколько. Ой, 13, ё-моё, 16 роучи будет, очень много роучи. Плюс линги здесь, плюс бейны будут. Надо плеток вообще пилить сейчас немерено. И не надо так их нагромождать-то друг на друга. Беллинги же все. Вот сюда, прикиньте, беллинги, они сразу три плетки будут убивать. Ну что за бред-то делает Демилав вообще? Пошло много очень плеток, 6 строится, роучи двигаются вперед, понимая Демилав, что нужно отбиваться, здесь контрить, пытаться, Беллинг сейчас мог хорошо взорваться, не взорвал, здесь Бейнов законтрил, ну, а здесь новые будут наморфлены, вот в чем проблема, здесь тоже надо Беллинга бы морфануть бы еще, плеток реально уже много, роучи заходят, Беллинг минус, плетки нормально, роучи бомбят, королева ушла, не ушла, вот у них королева... Ну, нормально, Демилав здесь принимает бой, и сейчас муталиски, в общем-то, попрут уже вовсю, ну, отступил стакимен, а что ему делать, у него лейера нет, ни хрена у него нет, надо третью ставить со спорками, а толку ее ставить, крипа нету, нужно было крип тащить тогда, то есть спорки можно было бы наставить бы нормально, что он наступил, вообще непонятно, лейер делает, ну и дальше что, ну, спорки пошли, но надо в базах сидеть, сейчас третью здесь Демилав поставит, короче, проигрывает, просто проигрывает. В общем-то, стакимен по билду. В общем-то, то есть тут уже такое, как бы, стратегическое отставание получается. Даже если, в общем-то, шах и мат получается. Что бы здесь ни делал стакимен, он в минусе. То есть он не подготовил почву до перехода на дальнейшую стадию. Вот все плохо. Пах! Больно лингам, больно. Один выдвигается вперед. Здесь тоже линги есть. Так, Беллинг мимо каску взрывается очередной. Ничего страшного. Муталиски прилетает. Спорка здесь есть. Видит Демилав прикос спорку. Да нахрен троуч ворон. Лети оверов, убивай, шатай что-нибудь. Сделай муты как можно больше. Масмуты здесь в план может законтрить. Пошел Нидус сейчас. Саплай блок обеспечен на некоторое время. Нидус видит сейчас Демилав, я думаю, он должен понимать, где он будет делаться. Где-то здесь, видимо, я не знаю где. Так, здесь тоже роуч. Надо муту масть, не надо нафиг этих роучей делать. Там три королевы. Ёма, а как он Нидус-то? Три королевы он Нидус делает, там 13 муталисков. Все просто надо делать мутку и все. Они быстро сомнут королев и уничтожат все по земле просто. Мутка на перехват лингов идет. Но, если ты вот контролишь мутку против лингов, как нужно его контролить? Вот они бегут в этом направлении, он через оклик на местность шлет. Нужно лететь в этом направлении через холд просто. Холд, холд, холд. То есть ты больше раз успеешь ударить, как бы. Так. Как найти оверлей этот, который число рабов показывает?
Вот так вот он называется. Еще раз. Гугли, гугли. Короче, на загуглишь, на Team Liquid есть тема, вот, на форуме. Там последнее обновление, и там он представлен, как бы выложен, найдешь, короче. Так, Nidus минус, Stagemen 3.0 Demilav. Там есть, короче, тема, и там скачать его можно. А чтобы показывали слева, как по рабочим ситуация, нужно, в общем-то, короче, создавать игру определенным образом. Сетевая игра, своя игра. И когда создаешь карту, создать с модом, и вот CS Game Hard мод создавать, да, там будут показываться потери по рабам, короче. Ждем четвертую игру, ребят. Что там у нас? А, ну все, больше ничего не происходит. Так, браток, какой-то клан вар играет, смотрю. Ну что, ждем хост пока что. Ну ждем, ждем карту, ждем инфы какой-нибудь вообще. Что-то ничего не происходит пока. Привет, ГУМ. СГЛ. СГЛ. Какой СГЛ, я не понял. Что именно с СГЛ? СГЛы все есть там. Как бы С-группа, Д-группа. Вот. Нужно искать просто. Все, заходим, игра может стать последней, вот это вообще. Блять, что-то у Арди случилось. Выброс премиума бы. Быстрой руки хочешь? Ну давай, протестим.
Им подчеркивание Пека активировал премиум на ваш канал. Ты ж не успеваешь, ты что-то не успеваешь. На быструю руку. Еще пошел один, пацаны. Сунмакс активировал премиум на ваш канал. Так, давайте, давайте, дерзайте, пацаны. Так, Джифлей Бэтмен, Бэтмен. Нита активировал премиум на ваш канал. Так, ждем продолжения. Все, на сегодня быстрая рука прерывается пока. Если буду дольше стримить, может еще покидаю. Но что-то медленновато. Видно, уже вяленько как-то в конце. Это не, ну, не вариант вообще. Еще много очень турниров будет в этом месяце, поэтому попозже.
Ну что, ребят, Демилав против оппонента Протуса наконец-таки. Ну посмотрим, что он сможет сделать. Так, ладно, потом, может, кину в паузе премчик, посмотрим. Особенно, если что-нибудь стримить еще буду. Но пока непонятно, что там происходит. Браток, видишь, какой-то кланварчик там стримит. Ну, тут стандартный расклад, в общем-то. Гейт, Газ, Никсус, Кибернетка, Зерк, 17-я хата, Газпул, в общем-то, делал. Хата снизу. Игра приостановлена. Милке нужен премиум. Ну вот пауза сейчас. А, вот все, кончилась пауза. Только Варди, судья. Да. Игра возобновлена. Я нифига не судья. Сейчас еще один кину. Атакованный. Да, что-то быстрой руки я не вижу. Оп, поперла быстрая рука. Ну сейчас лунтики. Дарк Артес активировал премиум на ваш канал. Вот она, быстрая рука. А вы, лунтики, сидите там, что-то пишете. Я ж даже предупредил текстом, ё-моё. Лунтики, блин, а? Ну ладно, сталкер падает. Загрыз Демилав, там Глефа, Старгейт. И чего Глефа? А гейтов сколько? 3 плюс Старгейт. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Два газа еще. Пока рабов больше, всего больше. Чик еще попер, премчик. Рави, активировал премиум на ваш канал. Видите? Так, здесь Баллинг Нест Линги, я не знаю, что тут хочет, честно говоря, Демилав делать. Парабам по всем параметрам, пока у Зерга просто чем все в порядке. Вот. Сложнее с Эмпапер. Shadow Marine активировал премиум на ваш канал. Вот Shadow Marine. Усложнение, а не сложное было.
Так, тут адепты приперли с глефами. Да, с глефами. На беллингов окружает. Сейчас Демилав принимает беллинг. Взорвись ты на конец. Беллинг не взрывается. Адепты на второй базе. Видишь, у тебя влазит, а у остальных не влазит, Ник. Так что тут такое дело. Так, третий Нексус. Что, старгейты выходят сразу. Прошу, самое интересное. То есть, это свич карреров, судя по всему, будет. Тут маслинги строятся, оббегают что-то вокруг. Здесь дроплингов в карман на вторую, одновременно врыв на третью, судя по всему, будет. Другого варианта не вижу. Все, попер дропен на вторую базу. А где в это время врыв лоб? Два карьера уже заказано, ребят. А это значит что? Что? А чё так все печально-то у Демилав? Я чё-то не понимаю. Ну реально все печально, ребята. Сейчас может получше стать. Так как 9 пробок умерло. Но все равно все печально, очень прям таки. Ну, беллинги делаются, и беллингов достаточно много, оракул полетал, похарасил. Здесь одна всего лишь грелка из юнитов есть. 12 пробок погибло, овер улетел. Нужно посадить немножечко лингов овера и дропнуться еще раз. Так, оракул вернулся, линги полетели, опять врываться. Так, заходят линги, беллинги. Можно взорвать сейчас, на самом деле, было бы вот эти пилоны. Да проходи уже в теме. На мейн, если проходишь, так проходи. Пилоны взорви, тормоз, сейчас карреры же вылетят. Какой тормозил, а? Этот Демилав. Карреры сейчас вылетят через 2 секунды, он мимо бежит вообще. Ну вот, вылетел каррер, судя по всему, здесь уже ничего не сделать. Потому что... Хотя экономику задемеджил, и задемеджил очень даже не слабо. Так, карман пробегает, линги здесь рабочие падают, вообще просто ничего не видит. Одна фотонка была, 2-4 уничтожена. Все, барабам уже печаль полная. Пришли адепты, но линги... Не, ну тут с глефами они иди отобьют, конечно, этих лингов в легкую просто. Здесь оверчажи, линги отступили, лэр. Ну даже о гидродене пока речь не идет. Ну тут надо дожимать, очевидно, просто в такой ситуации. Сможет ли Демилав дожать, я не уверен. Так, карьер всего один, сейчас второй вылетит, то есть пилоны только-только восстановится, и все, он сразу же достроится, сразу же. В принципе, у Вроцлава еще до сих пор играбельная ситуация, вполне как бы. Строй рабочих и все, не будь лунтиком здесь карьера, еще одного заказывай, и все. Ну, бустить в таких ситуациях лучше Никсуса, конечно. Плюс один не делается. Это что называется? Это называется мертвый процесс. Когда не делаются грейды на атаку на воздух. Так, здесь уверчажа, линги под ударом. Больно, больно лингам. Карреры без гравитонной катапульты. Ну, у них нет, в общем-то, ускорения на старте. Нифига, они медленно вылетают. Так, что-то ногой трясу, микрофон, наверное, вибрацию там ловит. Вот. Ну, сейчас надо гидри делать, рейндж просто идти убивать. Что тут еще сидеть-то, я не понимаю. Криптумеры вперед идут от Демилав. Так, ну много ресурсов у него, реально много. То есть нужно делать гидру и нужно убивать. Здесь по-другому нельзя просто действовать, просто нельзя. Так, 13 гидралисков я наблюдаю в данный момент. 12 гидралисков это 1300 вообще минералов, как бы. Вот. Ну, это достаточно много, но нужно больше гидры, больше, еще больше гидры. Криптумеры уже почти приплыли сюда. Гидралов надо штук 30. Вот сейчас прийти, убьешь нахрен его вообще с плюс 1, с ренжом там. Тем более на крип тут вообще рядом будет. Демилав молодец, что крип тянет вперед. Прошли КДшечка, прошла криптумор. Все, все вперед идет. Хорошо все делает он.
Крип уже здесь, почти здесь уже золото, начиная дистанс майнингом таскать. Вот зря надо было назад рабочих привести. Гидралов 2, 18 плюс 7, да, сейчас около 20 плюс штук будет. Нужно еще больше их строить. Плюс 2 заказано, там грелки, какие грелки, черт. Калеры, грелки, да, интересно. Нельзя давать просто сейчас, просто отмаситься, нельзя. Нужно именно убить его будет сейчас. В ближайшее время, самое ближайшее время, по три карера строится, это много реально. По земле можно бейнов пилить, чтобы смести все, что будет прикрывать там по земле. Здесь два адепта, три адепта и сентря, как бы фигня, поэтому. Ну, оверчажи с другой стороны будут. Так, мув в гидре делается, бейлингом покатухи делаются. Гидралов 30 штук, 8, смотри, сейчас 38 будет скоро уже гидралисков. Так, все, точка сбора вперед стоит, отлично. Там карьеры новые и новые появляются, но плюс 2 дожидаться нет смысла, 200 лимита, так как уже у зерга. Ну, сейчас даже нет смысла 4 гидралиска прироста дожидаться, потому что нужно сейчас пробивать, стараться просто. Просто наглеет, очень вперед полез, смотрите. Обходит Демилав. Заходит вперед. Поперло гидра, по бейнингу пошли там. Давай, бойся, принимай. Все, по катухе поперли. Пилоны, взрыв идет там. Падают все просто интерцепторы, которые вылетели. Но это не все, в принципе. Ну, что ты, вот, что он стоит? Вот, что он стоит сейчас? Объясните мне, пожалуйста. Что ты стоишь, тормоз, ё-моё? Что ты даешь карьерам-то строиться, блин? Сейчас доиграется так. Не, ну, тут все, гидры много очень. Плюс два не готовы. Есть армор, правда, Милах еще. Все, гидра там выносит интерцептор. Грелок надо фокуснуть. Да ни хрена гидрак не так-то просто интерцепторов вынести, как оказалось. Плюс Guardian Shield подъехал здесь. Но все-таки кончились интерцепторы. Сейчас у Демилаха плюс 2 прям в замесе сейчас доделает через пару секунд. Плюс 2, конечно же, гидра демеджа будет больше вносить, это факт. Но, знаете, карьеры отбиваются. Это значит что? Что у Демилаха все не очень хорошо, потому что карьеров сейчас еще 4 штуки вылетело. Вот он тормоз стоял. Что-то стоял. Чё стоял, непонятно вообще. Брав 4-го Никсуса нет и пока не будет. Гидралиск 26 и 19. Вов4.мелка активировал премиум на ваш канал. Так, гидра все новое и новое подходит. Ну вот это ошибка просто. Просто карьер на муле слил одного. Сейчас еще одного сольет абсолютно точно. Гидра идет вперед. Интерцепторы вылетают, сразу же падают. Просто надо все выпускать, чтобы они массы свои давили, чтобы они гидру минусовали. Если они не будут минусовать гидру, то это все. Да, тут смотрите, как бы падают все интерцепторы. Гвардиан не поможет. Короче, Демилав здесь давит, уже в туловище карьером начинается атака. Выходят адепты, адепты будут уничтожены. Мазершип прилетает, мазершип надо так уронить. Вот опять же интерцепторы, новые карьеры вылетели. Надо в туловище бомбить, бомбит в туловище. Ну, экономикой задавил, что тут говорить. Два кланвара по 4-0 сегодня было. Что тут скажешь еще? Там браток стримит. Че он там стримит? Так. Так, ну что ж.
Так. Неплохо. Хороший. Так, сейчас посмотрим, что там Паша стримит. А, тут Аверс против Изи играют. Ну, я попросил его заинвайтить, если еще команда будет. Вот. И тумары встретились. Да, вынужден восстанавливать зерк. О, кстати, зерк добавляет муху. Так. Мута полетит на мейн, Но есть Торрес медивак. Еще есть либераторы. Ох, здесь Мута. Так, Мута, секундочку, Мута, ребят. Сейчас я кое-что сделаю. Зато Муту заранее увидел, то есть можно на мейн там попасть. Торчес. В общем, второй грейд на атаку уже делается. Зерга второго грейда никакого нет. Не планирую, но не делается. Но общий лимит, конечно, у Изи побольше, потому что роучи они быстрее их строить, попроще. А, добавляется еще. Не пытается сгадывать землагу, не получается. Кстати, четвертый командный центр, который будет как раз таки планетарка здесь призывает оверлорда. Складывается свои войска. Вылетают либераторы. Ой, вылетает либератор. И его ловят, к сожалению. Идет выход. Под четвертую базу зерга. Танки раскладываются здесь. На мейне, конечно, здесь немного куролесит мута. Но сейчас выйдут торы, они объясняли, что так делать не стоит. Shadow Marine активировал премиум на ваш канал. Идет в контратаку, Изи. Блин, здесь мута. Йо, первый театр мута до сих пор работает. На четвертой базе у зерга здесь идет атака. Зерг пытается отбивать. Ох, Тор. Но здесь так, тор, ребят, не понял я как. Здесь на четвертой базе, на третьей базе у Аверса небольшие проблемы. Танки перераскладывают либератора. Хорош. Но экономика, конечно, страдает у Аверса. Ну да, видимо, какой-то баг. Решает вернуться частью танка. Ну если... Я думаю, пофиксит, потому что, ну, иначе будет нестыковка по деньгам, как бы, получается. Все, которые остались, которые выжили, в общем, соединяют свою армию. Аверс, здесь идет атака от зерга, но здесь танки уже с двумя рейдами на атаку, раздают, там, погибают. Ох, танки, конечно, красные, выживают. Your Soul is интерфейс, да, хорош, но там есть минусы. Там нельзя посмотреть юнитов, скиллы, как бы, то есть, там просто картиночка. В этом плане дефолтный интерфейс, конечно, покруче будет. Как же она еще выжила, да? Какая живучая мута, еще и Ревена подрезала. Второй грейд доделывается у зерга. Ну, сейчас Аверс вообще здесь, блин, топов-то, конечно, не так много. Да, сейчас надо только раскладывать, а то эти, да, вот. Ох, пошла атака. Блин, сразу минус 2 танка. Кривоват, и тут Аверс разложился, конечно. 4 тора, конечно, это сила, но танк остается один танк. Этого очень мало. Фроучи, все-таки, ну здесь есть все планетарка, отлично. Третья база нормально добывает. Мейн, все окей, Аверс. Третья база. И тут просто, конечно, делать за Infestation Pit. Вот как-то надо Аверсу сейчас уйти в оборону, но при этом постараться не дать занять пятую локацию за... Может быть, какие-то медиваки. Ну, тут надолго, может быть, эта игра, на самом деле. Я так думаю. Толком Аверс не может. Потому что он работает быстро. Хотя вот здесь сейчас сенсорка будет очень грамотно поставлена, соответственно, будет палить. Здесь где-то там движение.
напряжение. Ой-ой-ой-ой-ой, гидра. Это неприятно. Но сейчас увидит, зелнага. Ой, это же сенсорка. Давай, раскладывай танки, аверс. Раскладывай танки, пошло. Минус мута. Минус один танк. Один танк, это ладно. Есть танк, раздают. Так, делайте скорость. В гидре. Здесь используются санки. Хайва пока у зерга нет. Не, ну Изи уже пятая хата. Дроны катаются, беззащитные, минус 3, дроны моментально. Делается батл Гелиона, и пошли сжигать рабочих, хату. И здесь в это время Аверс еще атакует. Так, ну, хороший развод, но не факт, что хату успеет выпилить, как бы. Гидра прям в хеллбатов заходит, это провал, конечно. Танчики еще как бы раскладываются. Ну тут что-то Аверс мясо развалил, конечно. Такое ощущение, что все, беда. А, 3-1, жаль. Тогда надо изи было аверс выиграть, так мы эйс бы могли бы увидеть бы. Там Коу, может быть Коу с братком или с Касом бы играл бы, было бы интересно. Очень даже. Пятую локацию Аверсу, то есть если здесь поставится планетарка, то это будет круто. Добавляет еще две фэктори, уже есть бараки, есть старпорт, реактор в ран, то есть на энергию Рейвеном. Так, здесь атака, осторожно. Ну, не, танков, ох, как танков много. А, танки раздают. Сейчас танки еще будут раздавать. Да, танки раздают. Здесь, так, зашел тут изи, ну тут что-то непонятно, как-то он ломится, да, если честно. Сейчас я гляну, есть там игра или нет, до сих пор. Есть еще игра, там с вами касты какие-то. Не, ну если Аверс затянет, там что, 5 баз... А, одна погибла, нет, уже не 5, уже 4 базы, сам Аверс пятую занял. Нет, тут тяжело. Ну, Аверс все 3 атаки, как бы, какие там грейды, мне интересно. Простые гелионы быстрее гораздо погибают, делается планетарка, да, но это сражение здесь, конечно... У Зерга 2 атаки, конечно, это провально. У Зерга 3-3 давным-давно должно быть, то есть, как бы, против тиранских 3 атак у Зерга 2. Ну, что это за грейды такие смешные против меха? Какие-то роучи маст. Здесь должны быть маст-грейды, вайперы. Гидра с 3-3 и просто гидровайперами даже с парой, ну, с несколькими реведжерами можно все это хорошо контрить на самом деле, потому что фаерболы плюс зеленка будет решать. Даже без мекоза по медленному меху фаерболы будут решать. Так, 7 реведжеров еще пилится. Так, ну туры отдалились от танка, смотрите. Надо ловить такие моменты. Не ловят такие моменты, в общем-то, у нас. Так, ой, как дроны криво уезжают. Просто 9 дронов сразу, минус 12. Так, в центре движуха, минус, короче, много-много лимита. Свармхосты, видимо, приплодили там, но толку нет. Короче, все, это печаль для Зерга. 120 на 160. Да, у инфестора все касты через по земле работают, поэтому нужно внимательно быть, сканить. Большая, хорошая экономика у тирана. Здесь защищается последний крип, потому что уже есть Рейвен. Опять вернулся сюда. Потихоньку начинает новых добавлять. Аверс здесь раскладывает танки. Ну и сейчас потихоньку, видимо, будет давить. Я даже отправляю часть гиллионов. На гиллионах они, конечно, разберутся. Добавляют уже шестую локацию. Вот как он здесь это контролит. Это стоп, танки и Рейвен. Ох, пошла атака от Зерга, но здесь вряд ли что не получится, хотя убивает часть танков, но от Зерга, от армии. Все, изи ГГ, пишет, изи.
Короче, стоп-старт делаю, ребят. С задержкой 0 вернусь сейчас.